Привет всем любителям глобальных пошаговых стратегий. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, верховного жеужика планеты Земля. Да, кстати, отдельный привет всем стратегическим жеужикам. И, значит, на канале Леша играет, и смотрите продолжение партии в Древний мир, в Old World, за Египет, на настоящей карте этого самого Древнего мира. То есть это не сгенерировано, это вот видите, Нил, Красное море, Средиземноморье. Ну, в любом случае, если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, ссылка в описании в прикрепленном комментарии, и там я и расскажу подробно, что мы тут вообще делаем. Ну, а спонсоры канала все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. В плейлисте специальном тоже ссылка на плейлист в описании в прикрепленном комментарии, смотрите. На этом вступительное слово считаю завершенным. Вырубаю. И что у нас тут происходит? Так, с варварами деремся. Повышение есть. Ну, я сюда встану, чтобы держать это место. И заодно повышение возьму, наверное, на штурм. Плюс 10% к силе. Так, что мы тут строим? Сделали очередного проповедника. Последователя, точнее, так ускорим. Строительство ворота Иштар в нашей Египетской империи уже построен. Так, поселенец один ход. Явно я его сюда поведу. Так, давайте-ка мы здесь уже начнем деревни строить. И пастбище. Потому что пастбище это дополнительные пол приказа, но в дальнейшем еще больше. Так, тут мы покупаем дерево, чего не хватает. Денег 76 надо. Отлично. Так, вот этот парень. Давайте, наверное, быстрее тут пастбище доделаем. И у нас вот этот остается последователь. Так, а что у нас вообще в городах? Здесь я бы еще продолжал рабочего делать. И здесь, может, рабочего. Или специалиста в монастыре. Давайте специалиста в монастыре. Все-таки у этих семей как раз города 100%. Ну, короче, в два раза больше монастырей и храмы выдают. Я думаю, что это и на специалистов тоже влияет. Так, вот сюда давайте генерала назначим. Серетор. Ну, этим пойдем, наверное, в ту сторону пока. Или наоборот, в эту. Там у нас есть два последователя, которые смогут потом монастырь строить, например, в новом городе. А вот для этого города нету последователей, так что, наверное, сюда пойду. Все, заканчиваю ход. Блин, у меня уже 12 очков. 4 очка за чудеса. Эти 2 от Великого Зиккурата, 2 от Ворота Иштар. И 8 от городов. Что у меня все 4 развивающиеся наука. Так. Из города Минифер ко двору является посланник Рамесидов. Знатная семья обращается к вам с просьбой зачистить 3 стоянки племени или контролировать 2 юнита типа дальний бой и 2 юнита типа кавалерия. Всегда поддерживали и хотят еще больше сблизиться с короной. Ну, 2 дальнего боя у меня вообще точно уже будет. Слушайте, а давайте возьму вот этот и 2 юнита кавалерия. Все равно надо кавалерию будет строить. Правда, мы пока ее не можем строить, пока не можем, но мы построим в будущем. Видите, вот прачника я второго сейчас доделываю, и в этом же городе можно будет кавалерию строить. Или в этом, вот я этот поставлю, у меня тоже он будет Рамесидов. Как они там? Рамесидов, да. Типа от слова Рамзес. Так, начинаем тут пастбище строить. Сколько требуется? 78. Есть денежка.
Так, минус 4, это у нас уже, видите, в Минифере и Абджу, это на монастыре. Каждый монастырь 2 дерева потребляет. Ну, я бы, наверное, уже последнего поселенца тут сделал. Смотрите, нету ли где-нибудь побыстрее? Ну, вообще, вот здесь быстрее делается поселенец. 8 ходов. Очень странно, тут рост 10, но делается 8 ходов. А тут рост 13, но делается 9. Почему здесь дольше, интересно? Производство 120. А здесь производство почему-то 90. То есть все-таки накапливается. Блин, ну я бы тут все-таки армию строил в том городе. Ладно, делаю тут поселенцы все равно. То есть как в шестой циве, типа стоимость поселенца в каждом городе увеличивается постепенно. Так, вообще у нас 6 приказов. В принципе, я бы, наверное, полечил все эти юниты. Вместо того, чтобы там стоять просто. Там вряд ли меня как-то будут мешать варвары, а вот тут они могут начать появляться. Напоминаю, что они могут отсюда набегать. Всячески. Так, принцесса Эсенхебис и принц-консорт произвели на свет сына по имени герцог Нармер. Это у нас следующее уже. Не выносит никаких других мировоззрений. Она нетерпимая, блин. Это плохо. В качестве лидера все города минус 10% к цивикам. Фак. Она у нас будет лидером. Черт. Генерал Клеопатра в манихейство, Саиты в манихейство. Отлично. У нас осталось Рамесидов в манихейство обратить. И вообще будет зашибись. Так. Давайте поселенца в первую очередь ведем. Так. Я, наверное, даже марш-бросок возьму, чтобы быстрее город поставить. Сюда, наверное, ставлю. И, как я говорил, Рамесидовы. Не буду ходить пока. Хочу армии этому немножко навалять. Отлично. Так, ну нормальненько все. Так, тут начинаем с рабочих. Здесь сделали... Прачник, видите, два дальнего боя есть. Или две кавалерии, но тут нам требуется крепость и цитадель, чтобы это построить. Сейчас, наверное, рабочего пока. Цитадель надо будет сделать. Так, как быстро манихейство в Джане, интересно, распространится. И надо больше камня обрабатывать. Ну и домики надо делать тоже. Мы теперь известны как Семат Первоисточник. Олигарх перешел в манихейство. А рамесиды перейдут в манихейство? А, тут я еще не построил монастырь у вас эти. Ага. Так, ну стоит ли здесь делать? Наверное, да, стоит. Не, подождите, там храм. Мы не сможем храм тогда поставить. Вот монастырь можно где угодно, а храм...
храм городской требует обязательное условие прилегающий город или две городских клетки. Монастырь считается городской клеткой, но она будет одна только. То есть нам монастырь надо все-таки где-то рядом, где-то здесь. Я, наверное, вот сюда бы делал монастырь. Или вот сюда, или сюда. Ладно, сейчас я сначала военными юнитами похожу. Давайте мы тут трех оставим, а вот эта армия у нас пускай здесь будет. Потому что тут может все что угодно произойти, пускай стоит здесь. Рабочий, но я думаю, спецов надо в пастбище. Восемь. Так, пять. Ну давайте тогда в монастырь лучше. В рыбу, наверное, пока нет. Гарнизон, домик. Давайте, наверное, с домика начнем. Так, и тут последователи чисто остались. О, уже в Джане манихейство. Ну, сюда перебирать. Вроде не пойму, где на мне тут реально ставить монастырь будет лучше. Так, видите, тут еще варварские поселения. Но там я пока не хочу. Я хочу города немножко вырастить. Ну и плюс я еще здесь снизу не поставил город. Так, ваш зять перешел в манихейство, олигарх. 200 еды. Я думаю, что нет, еды у нас достаточно будет. Давайте что-нибудь открывать. Вот, казначейство, житница. Ученик. Ну, еще строителя. Так, где же мы тут монастырь будем в этом городе? На реке я хочу для ферм все оставить. С другой стороны, тут у нас и мрамор, и соль. Кажется, вот тут где-то стоит этот чувак. Тут и будем делать монастырь. 242 деньги. Еда, кстати, все еще самый дорогой ресурс. Так, ну чё, нет, давайте долечимся. Тут тоже можно было и соль, и сорго собрать. Атаковать уже вот отсюда нормально, заодно юниты прокачиваем. Так, здесь тогда можно уровень бой, и здесь 80, нет, или лучше генерала тогда. Нет,
Вообще можно уровень 80, можно уровень... Следопыт, стража, суровый. Давайте суровый. Эдуард суровый у нас тут будет. И два приказа еще. Пока ничего. Да, может скаутом немножко вперед пробежать. Ой. Что-то Карфаген все никак не придет этот город захватывать. Афины висячие сады построили. Рим, оракул. Еще минус скаут был. Не, нормально. Ой, рамесиды в манихейство. Отлично, все. Все в нашей религии. У семьи рамесидов, чувствующие за собой исключительное право, вошло в привычку требовать от нас особых подарков и услуг. Сейчас они хотят занять у нас денег, чтобы покрыть потери от последней неудачной торговой операции. Что мы им ответим? Ну, наверное, нет. Я не знаю, я правда... Может быть, если мы одолжим, то в будущем у них еще лучше будет к нам отношение. Но не хочу, короче, им давать. У нас и так высокие отношения со всеми. Так, Одион пора строить. Так, вот здесь гарнизон нужен. Или цитадель сначала. Форт. Подожди, может цитадель еще недоступна, не открыта, типа? Крепость, гарнизон. А, значит, сначала надо гарнизон, потом будет крепость открыта. В любом случае, с гарнизона надо начинать. Давайте... Нет, тут я храм, наверное, хотел. Блин, где же гарнизон поставить? На пустынных клетках нельзя. Так, ладно, что по законам? Еще могу закон принять. Свобода. Я бы свободу принял, наверное. Или вообще бы оставил. Я не думаю, что мне 4 золота за специалиста прям так надо. Может, тогда лучше укрепить религию, чтобы монастыри что-нибудь давали. Кстати, да. Наверное, вот сюда гарнизон. Блин, 2 клетки надо. Фак. Ладно, давайте пастбище тогда. Не, вот не пойму я в этом городе. Видимо, придется вот тут где-то ставить. На речке, к сожалению. Так, рабочего в Джене сделали. Ну, давайте, наверное, еще... Или юниты делать, раз мы уже тут. Давайте юниты. Вообще стены можно. Давайте стены сначала. Или... Не, юниты. Блин, очень нужны уже... Бараки. Чтоб там юниты качались. Я уже всех практически тут убил. Мне не на чем юниты прокачивать.
Ну, фиг знает, где оно откроется. Надо, кстати, посмотреть. О, установили контакт с Хетским царством. Теперь будет кому восхищаться вашими достижениями со свежим взглядом. Мне нравится их восхищение. Дочь по имени Нефертити. Так, у нас, походу, тут не будет Вавилона. Вместо Вавилона хетты будут. Судя по всему. Ну, потому что мы уже встретили троих. И те, кого мы не встретили, тут Карфаген. Слушайте, а может, наоборот, Карфагена нет, а есть Вавилон. Приложим Карфаген. Ну, вот Рим и Грецию мы еще не встретили, да? Но они точно есть. Ну и где-то либо Вавилон, либо Карфаген. Может, реально Карфагена нету? Такое может быть. Так, тут рудник, по-моему, для соли нужно. Да. А рудник требует дерева. Покупаем. Не, здесь, мне кажется, надо каменоломни строить, а не рудники. Я понимаю, что железо тоже требуется. Так, Симат свирепая, будучи лидером, 5% к силе против всех пехоты, против поврежденных все. Либо мудрость. Будем просто глобально плюс одну науку. Нет, давайте кровожадную. Бабуля уже столько повидала на своем веку, что любит убивать. За 60 лет, будучи командиром этих... Кто тут воины? Как они называются, вот этот? Торговец умер. Все в манихесте. Главное, что у меня вообще нет... О, бесплатный рабочий. Это мы точно откроем за один ход. Так, вот теперь можем цивиками укрепить. Значит, смотрите. Мифология. Дает от каждого святилища плюс 2 культуры и плюс 4 культуры от монастыря. Так. Почитание. Снижает шанс появления мятежников на 5%. И 20 денег вход от каждого монастыря. И, наконец, формализм. 2 цивика от монастыря. Вот я бы на цивики взял. Что у нас следующая королева будет хреново с цивиками. Ой, содержание, смотрите, города с манихейством, минус 10%, ну, не знаю, это коррупция, содержание, то есть меньше, больше денег будет. Давайте формализм будем укреплять. Дальше имеет смысл, когда мы храмы сможем строить, потому что дальше вот эти вот следующие, они будут на храмы влиять, которых у нас все еще нету. Плакиваем смерть Ментухотепа, торговца придворного египетского престола. Сколько ему было? 49. Что-то раненько умер, да. Пятьдесят железа дали. Так, ну стоим тут, держим место. Кстати, повысить можем тоже. Блин, а там уже хетты. Видите, они это место занимают. Поэтому мы их и встретили.
мало добавим. Этот стоит просто. Так. Везде монастыри построены. Надо все-таки, наверное, тут город ввести. Тоже, наверное, священников, потому что, видите, тут дофига пустыни вокруг этого города будет. Но не сейчас. Не сейчас. Ладно, пока тоже стоит. Что, тут есть что собрать? О, тут верблюды есть. В городах с верблюдами можно будет, соответственно, там лучников на верблюдах строить. Еще мне надо... У меня вот в этом городе надо будет кучу... Да, видите, вон хетты Иерусалим поставили. Наш муж захворал и теперь больной. Так, бесплатного рабочего мы получили. Лесопилка бессмысленна, нам вообще их негде строить. Давайте, наверное, риторику откроем. Вот жалко, что сразу на меня... Вот сейчас уже эпос поздновато будет принимать, а так мы могли очень много культуры набить. Ну и храм открыт, но 18 лет открывать долговато. Просто долговато. Так, тут пока только... Две деревни. Ну, я бы, наверное, сюда поставил Колизей. И потом здесь домик. Сюда вроде ставится, да. Не Колизей, театр. Колизей последним будет уровнем. Вот это домики и культурные здания друг на дружку влияют. Увеличивают выхлоп. Умный. Отлично. Так, этого рабочего сюда. Гарнизон. Давайте мы, наверное, вот здесь Одион, а потом здесь гарнизон тогда сделаем. Ученик. Больше граждан нету, чтобы их специалисты отправить. Может, улучшить тогда. Последователь манихейства нафиг надо. Поселенец. Может, поселенца сделать реально здесь? Ладно, давайте поселенца. Поведем сюда город ставить. Вот когда вы занимаете место под город своим юнитом, другие не могут здесь поставить свои города. Правда, вы каждый ход на это тратите приказ, правда, вот на занимание города. Тем не менее, о, муж выздоровел, слава богу. Слушайте, а как там религии распространены на другие? Смотрите, зороастризм на все цивилизации распространился. Даже на персов, у которых есть своя религия, иудаизм. Вот это вот черным, это конец карты. То есть туда дальше уже никак не пройти. Ну что, ставим тут город? Наконец-то. Так, это у нас будут эти саиты. Не хочу никакие тут, пожалуй, принимать. Пока держим цивики. Нам еще цивики понадобятся, чтобы... губернаторов размещать. Тут я хочу гарнизон.
монастырь есть в Сиене. Не, подожди, посмотрим, что у нас еще. Ага, вот тут давайте лучше каменоломню. И все, ходы закончились. Что здесь? У нас есть один гражданин. Какого-нибудь сельского сюда, наверное, надо. Специалиста. Вабуджи тоже ноль граждан. Ну, давайте казначейство, чтоб денежка капала. Вообще нам, конечно, камень бы копить не на чудеса. Чтоб камень лучше копился, поставьте лайк этому видео и комментарий напишите. Камень, камешек, копись, в чудо превратись. Что-нибудь такое, чтобы это быстрее произошло. Ну, в любом случае, это поддержка канала, поддержка видео. Если вам нравится, то ставьте лайк, пишите комментарий. Если очень нравится, может стать спонсором канала или супер спасибо под этим видео оставить. Так, важное напоминание я сделал, поэтому продолжим. В Сузах основано христианство. Все религии основаны. Ваша дочь с каждым днем становится все более уверенной и обаятельной. Плюс одну харизму набрала. Ваш зять перешел в манихейство. Герцогиня достаточно взрослая, чтобы пройти обучение. Итак, купцы, шедшие из Сиены, встретили группу странников из далеких земель в Вавилонии. Ой, Вавилон есть? Так значит, Карфагена все-таки нету. Вместе они двинулись в Сузу, и нашим купцам довелось наблюдать диковинные религиозные обряды этих вавилонян. Они пели молитвы и возносили хвалу своему богу. Основано... Так, посетить... Нет, давайте... Пускай встреча пройдет цивилизованно, но не более того. О, и герцог Нармер умным становится. Так, герцогиня Меха. Второй в очереди, то есть это следующее... Следующее. Давайте философию. Ждем, когда в Сиене религия распространится. Так, тут я хочу вот сюда гарнизон. А вот сюда театр. О, можно, кстати. А вот это интересно, что я могу здесь... Странно, а почему я здесь могу гарнизон построить? Там же написано, что два надо. Хм, хорошо, а здесь я могу построить? Прилегающий город или две городские клетки. Вот почему я здесь не могу, а вот здесь могу. Кто-нибудь может объяснить? Ну, реально, мне странно. Ладно, давайте здесь гарнизон. Почему я здесь могу строить? Сирийская пустыня. А как у вас вообще с развитием по сравнению с другими? Вавилон и сильнее, и больше знает. Персы сила аналогичные, но знают больше. Так, риторику открыли. Дальше пойдем в бесплатного поселенца. Хетты сильнее, но недалекие, меньше знают. И сила аналогична, знания знающие. Короче, вот соседи у меня теперь хетты. Главное с хеттами не воевать. Хотя, с другой стороны, они слаб... Ну, у меня прокачанные юниты, не знаю, может и повоевать. Так. Открыли риторику. Эпос.
Давайте, наверное, эпос приму, пускай будет. Правда, пока не видно, кого нам тут убивать. Но мы можем пойти вот этими ребятами заняться. И, наверное, этим надо будет сделать, потому что я сейчас получу бесплатного поселенца. Очень скоро. Форум строим. Это дополнительные цивики. Это всегда не бывает лишним. Никогда не бывает лишним. Нет, тут у нас будет еще один домик, и тут будет, так, наверное, фермы пора ставить вдоль реки. Больше каменоломен, чтобы я мог больше чудес построить. Но скоро эти железа перестанет хватать. Сюда переброшу, чтобы ждал, когда Сиена обратится в манихейство. И можно было там монастырь сделать. Повышу, наверное. Надо этим скаутам сюда бежать, смотреть, что там у варваров. Ну, похоже, там куча, короче, места в ту сторону есть, явно. Так что этим поселенцам мы пойдем сюда город ставить, а бесплатным поселенцам туда. Герцогиня Михаа демонстрирует невероятные способности к математике и геометрии, на лету схватывая основы. Во время визита в дворец Михаа просит подсказать, как лучше всего применить эти знания. Давайте просто мудрость, потому что нам что плотничихой, что конструктором, по-моему, нафиг надо. Юная поэтесса посетила дворец с просьбой о покровительстве. Так, пусть читает свои стихи народу, плюс 80 к культуре. Меня своему... Не, ну, царицу уже поздно прокачивать. 66 лет, она скоро умрет. Давай, пусть останется во дворце. Это мы специалиста получим. И Нармер пускай политике обучается. Вот, смотрите. У нас появился поэт, видите? Поэт-мастер. Минус 1,2 к несчастью. Что у нас вообще по несчастью тут? Ну, столица уже... Нет, манифер 4 уровня. Столица 3. Пока видите, сколько надо гарнизонов построить, чтобы губернаторов посадить туда. Так, начну, пожалуй, с пастбищ. Вот тут надо на соли специалиста, тогда будет соль добываться, это будет ресурс роскоши. И мы, кстати, ну да, у нас очень хорошие отношения, наверное, не будем даже соль отправить, мы в какой-нибудь город отправим соль. Так, рудокоп у вас эти. Еще один гражданин есть, между прочим. Ну, наверное, вот сюда, пастухом. Уж напоминаю, у нас эта семья...
именно на сельских специалистов заточена. Я думаю, трех хватит там разобраться. Блин, вообще я так тут оголяю свои тылы. Я напоминаю, что вот могут набеги начаться. У меня тут вообще армии. Ну хотя вот тут стоят троечка. Ладно, не, нормально. Греция начинает строительство колосса, Орхетеп умер. А это кто был? Лесопилка. Так, давайте дерево. Где бараки? Вот они. Но у нас открыт отлов животных. То есть мне просто не выпадали все. Это тех еще просто ни разу не выпадало. Вот и все. То есть я думал, может, я типа что-то не открыл еще. Но нет, просто не выпадали техи. Колесо со спицами открывает Верховного Советника. А давайте, кстати. Во время своих многочисленных странствий и военных кампаний олигарху Аменхотепу, командиру, довелось воочию увидеть силу других наций и племен. И теперь он просит, чтобы мы распространили набор в нашу армию на чужеземцев, живущих в Египте. Конечно же, принцесса Эсенхебис ничего не хочет слышать о рожденных за пределами нашей страны. Ведь в лучшем случае они трусы и разгильдяи, а в худшем шпионы. Ее коробит от предложения Аменхотепа. Так, отдаляется от царицы, зато город Зау получает чужеземные войны. Это плюс один к несчастью, но зато плюс 20% муштры. Ну, а тут 100 цивиков. Давайте, наверное, принимать в наши ряды только самых чистокровных египтян. Вообще, конечно, тупое немножко. Ну, такие ограничения. Так, значит, этот бесплатный поселенец у нас сюда отправляется. О, есть гарнизон, давайте кого мы сюда назначим. Аменхотеп 25 лет. Нитокрис жестокая. Любезная, тяжело больная, не 57 лет. Нет, вот Аменхотеп. Аменемхет. Аменемхет. Вот это у нас будет губером. Заканчиваем ход. Ну, посмотрим. Вот этот у нас, конечно, прославленный отряд во главе с царицей. Хорош. Что-то больно, кстати. Царица всегда была болезненная, теперь тяжело больная. О, кстати, Персия в иудаизм перешла. Это хорошо, чтобы испортить отношения со всеми, у кого зороастризм. Нету генералов свободных. Так, форум завершен.
Ну, можно, наверное, дальше форум идти, я думаю. Так, а тут надо будет домики сейчас строить. Так, а как лучше? У нас тут конец карты. И по пустыне, и чтобы, наверное, вот так сделаю. Максимум 3 домика, по-моему. А можно и 4, наверное. Но это уже когда очень сильно развитые города. Так, в ЗАО можно Губера. Давайте... Давайте вот это с генерала уберем. Она вот генерал сейчас. Но она в этом городе круче будет. Поселом походить. Что-то я тут подзабил, чтобы город поставить. Лекари и священники предупредили вас, что конец близок. Значит, следующим ходом Семат, первоисточник, умрет. В итоге проправив 70 лет. Мощно. Мощная старушка. Так, а что у меня? О, монастырь надо строить. Игра предлагает здесь. Да, ну тогда я храм хрен построю вообще-то. Давайте лучше тут. У меня во всех городах монастыри уже, да? Ну, отлично. Блин, почему тут Одион предлагает строить? Так, во-первых, сюда Губера давайте. Да, вот этот Синусурет младший. Это уже слишком старое, чтобы ее в губернаторы назначать. Казначейство. Форум второго уровня. Кстати, а вот тут я не могу. Болото, равнина, пустырь. Тут я могу гарнизон поставить? Нет. Город пышный, умеренный или засушливый? Ладно, давайте тогда пастбище пока. Вообще можно эти поделать. Рудники. У нас как-то мало железа капает пока. Все, закончились. Закончились приказы, и земная жизнь Семат, первоисточницы, тоже. 70 лет она правила Египтом. И, ну, лидирующую цивилизацию в мире сделала, да? А сколько она боев выиграла? Так, ну вот эта амбиция становится наследием. Надо за 20 ходов будет ее использовать. Вассирий тоже. Но это уже второй царь при жизни нашей правительницы умирает, а у нас только первый.
Не в силах стоять перед плотскими удовольствиями, герцогиня Хатшепсут имеет репутацию безнравственной особы. Так, эти все в манихейство перешли. Царица Семат первоисточник не стала. Мы скорбим о ее уходе приглушенными голосами и тяжелыми сердцами. Дайте дорогу царице Эсенхибис Новой, наследнице египетского престола. Так, она в итоге у нас как? Она мудрая, харизматичная, дисциплинированная, но минус в отваге. Ну и нормально, мне нравится. Так, и она у нас судья. Значит, что может, будучи лидером, можно сменять законы за соточку и устроить прием при дворе. Это что делает? А, дает цивики. И стоит муштру, то есть мы муштру и два приказа, типа, конвертируем в цивики. Давайте, пускай это идет. Вот, но уже коронацию и прочее давайте в следующей серии посмотрим. Спонсоры канала, правда, могут ее прямо уже сейчас посмотреть в специальном плейлисте. Ссылка в описании в прикрепленном комментарии. Для всех остальных эта серия появится завтра. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Слава Беларуси! Живе Украина! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.